год назад мы решили с моим другом Евгением открыть клуб «Зевс» и внести в наш город, ну, наверное, впервые клубную культуру. Очень непростой год выдался, но, наверное, он один из самых веселых. Интересно было и подготавливать к открытию клуб, и организовывать первые вечеринки. И так вот незаметно и для нас, и для всех пролетел год. Немного нескромно, но радостно осознавать, что у многих людей Урюпинск ассоциируется не только с Казой, но и с Зевсом. Ночной клуб «Зевс» – еще один символ Урюпинска. Что ночного клуба «Зевса» бы не было, если бы год назад это замечательное заведение не открылось, что бы мы вообще здесь делали, я не знаю. Я этот клуб просто обожаю. Это мое не то что место работы, понимаете, это место, где я отдыхаю в первую очередь душой, друзья. А когда вас много, когда полный зал народа, когда есть для кого работать, еще и мой любимый диджей Владимир Богачев здесь просто лучшие треки включает. Вот это и есть жизнь, друзья, клубная жизнь. Так что живите клубом, живите «Зевсом». Друзья, знаете, мы работаем только для вас. Стараемся подобрать только самую лучшую и качественную музыку. Обещаем заряд позитива и море-море хорошего настроения. Привет, друзья! Мы целый год готовим для вас самые вкусные коктейли, самым красивым оформлением, самой безбашенной подачей. И мы верим, что вы оценили это по достоинству. Надеемся не раз отметить день рождения вместе. Мы ждем вас здесь. Че, Марьон? День рождения здесь, давай. Раз, два. С днем рождения, Зевс! Зевс, с днем рождения! Зевс, с днем рождения! С днем рождения! Что-то про меня не сказали. Да мы не драмся.